Бархатцы, анютины глазки, бегония, петуния, цинерария, альтернантера. Это далеко не полный перечень ярких цветов, которые декорируют наш город и радуют бобруйчан. Выращиваются эти растения в 11 теплицах участка озеленения Букдепа. Здесь за каждым ростком ухаживают бережно и заботливо. Поутру мы со своей бригадой выходим собирать цветочную рассаду и расфасовываем ее по ящикам. Это все доставляется на тракторе в город. Ну, у нас есть, соответственно, каждый день план, на какие объекты мы выезжаем и высаживаем эту цветочную рассаду. На сегодня в Бобруйске высажено 228 тысяч светолюбивых и приспособленных городским условиям летников. Из них 46 тысяч – это виола, многолетнее травянистое декоративное растение. Новые виды в этом сезоне – вербена и туи. Полюбоваться ими можно на площади Ленина. Благодаря рукам работников Букдепа там появились малые архитектурные формы оригинального дизайна. На метр квадратный 64 садим, если это ковровый. Одета рисунок, то 100-110 на метр квадратный. По всему городу это площадь Ленина, площадь Победы, улица Социалистическая, улица Минская, бульвар Сокольников, 7-й микрорайон Новый. По словам сотрудников предприятия, в Бобруйске планируется высадить еще 250 тысяч цветов. Процесс озеленения города завершится до середины июня. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск 360.